Денис, тебе что-то положить? А, вот это? Да. Наверное. А вот что? На себя. Я думаю. Обычно она бегает. Собрать их с собой, если хочешь. Давай ты теперь. Ты зарядить или сама хочешь? Ты мне покажешь сейчас. Да, берешь кинтовку. Да, вот она. Выключаю. Ну ты их можешь поснимать. Вот. У тебя есть кинтовка. Ты берешь его за эту часть и тянешь вниз. При этом ты понимаешь, да, что здесь нужно правую руку крепко держать. Опускаешь. Берешь волшебный патрон, который следит только в цель, и опускаешь в эту дырочку. Потом закрываешь. Сейчас здесь предохранитель. Перед выстрелом его нужно на себя. Щелк, и можно стрелять. Лучше левую руку чуть подальше, чтобы рычаг был, да. Сильнее, до щелчка. Еще. Еще. До какого щелчка, да я сломаю его уже. Надо указательным пальцем, тем же, которым будешь потом. Не снимается. Значит, не защелкнул до конца. Попробуй открыть еще раз и до конца закрыть. Ты до конца, вот проделай все полностью, Кристин. Сейчас, наверное, опять не снимется. Значит, открой до конца, до щелчка, чтобы отработало. Щелкнуло, чтобы. Во-первых, ниже руку держи, чтобы рычаг был больше. Вот, видишь, щелкнуло. И автоматически, наверное, поставился предохранитель. Вот, теперь его можно снять. Угу. В животное будешь стрелять? Нет, я не знаю. Попало? Ты неправильно держишь. Так. Если неправильно держать, то и успех будет минимальный. Не, нужно на голову ее ставить. Ты когда на голову ставишь, это еще одна точка опоры. О, а я не снял. Ну вот видно, что там слева сверху болтается. Продолжением этой линии стала мишень. А что ж ты раньше молчал? Ларисе попадал. Ой, не туда нажала. Ну попала, но нет, не перевернула. Потому что мишень это уже упавшая. Она когда-то стояла, а сейчас она опущена. Почему он так медленно едет? Ну, потому что им не так просто управлять. Нет, если управлять им просто... А, то есть... Рядом ты же всем весом своим управляешь. Тебе нужно все тело одновременно контролировать. А чтобы увеличить скорость, что нужно сделать?
наклониться вперед. Блин, тебе нужно равновесие во всем теле. Ой, Денис, ты как-то разогнался, за тобой не успеваю. Я на камеру работаю, надо пополнить коллекцию Fail Compilation. Расскажите о своих ощущениях. Ну, сейчас я чуть поувереннее чувствую. Вставать на него очень стрёмно было. У меня очень голени сильно напряжены. Но я думаю, что люди, которые умеют нормально на нем кататься, они вообще расслаблены. Потому что ощущения такие вот, как на мотоцикле. У меня тоже руки первое время напрягались, а потом я уже расслаблен, например. Полицей первый ворот. И сколько минут вы будете кататься? Ну, 10 минут сеанс. Прекрасно. Ой, вы уже сильно разогнались. Каждая кочка, она нужна ее обратную связь. Если не в ту сторону тела наклонить, то сразу же желание упасть. Ты захотел 6S iPhone? Молодой человек, что вы сгорбились? А кто засекает 10 минут? Не знаю. Ну, может, если я перекатаюсь, то они возьмут и за большее. Надо было таймер поставить. Пока! Лиз, давай ты будешь только рулить, чтобы мы не улетели никуда. А кто же будет снимать виды? Сколько времени? 30 минут. 30 минут. Мне, честно говоря, уже ноги устали. Плохая была идея. Если мы ее уже реализуем, то, мне кажется, уже поздно обсуждать. Потому что мне очень тяжело прикидали. Все, разворачиваемся. А вот крючок же для сумки. А, точно. А я, нет, это плохой крючок, потому что вы сейчас будете ногами по своей сумке, да? Бить. А я думала, это для бутылок. Теперь понимаешь, да, в чем Елена Сергеевна? Ну что, ускоряемся, там смотрит толпа. Сколько мы собьем? Нет, трех, там... четырех? Там же владелец стоит. Что вы? Вниз. Экстрим сплошной. Экипажик такой. Да, со стороны на этих штуках люди катаются, мне кажется. Выглядит это... проще, чем на самом деле. Да. Вот сейчас вот у нас тут горочки будет кусочек. Может быть, чуть ускоримся. Я боюсь. Не надо, Денис, мы не держимся никак. У меня ребенок вывалится сразу же. Чувствуете, как легко стало крутить? Смотри, здесь дорога плохая. Я контролирую, не отвлекай водителя. На, камеру. Все. Заряжайте еще. Я не знаю, попали, нет? Вроде нет. Не попала. Так. А как она? Дальше руку. Она левую руку дальше. Левую. Сейчас у вас патронов нету, поэтому на предохранитель не стоит. Да, и вниз опускаете. Сильнее. Угу. До щелчка. Да нет, все, отпускайте. У вас щелкнуло и отпускайте. Не, ну сейчас уже неправильно. И отпускайте. Все, а теперь кладите. Кругленький, да? Угу. А с размаху? Угу. Не хочешь еще десяточек пострелять? Да, мне не получается. Я делаю все прям как это, и у меня ровная линия, и ни разу не сбита, и даже не хочет. Это же не интересно. У вас палец не на курке. Спасибо.
Ну, на нее попадает, но почему-то это... Ну, звук металлический идет. То ну, может, ты в рамку попадаешь. В какую рамку? А ниже, может быть, да, или вот в стойку. Ну, может быть. Давай, я еще пяток возьму. Хорошо, что я ставил камеру на записи и потом посмотрю все это. Каковы ваши ощущения во второй день? Чуть увереннее, но все равно еще там повороты, так скажу, и на рельефе, когда какие-то кочки притормаживают, нас чувствуют, что равновесие становится тяжелее держать. Ну, надо купить такую штуку и тренироваться, я думаю. Сейчас уже не сезон. Я не успеваю, оператор не успевает, у него нет такого гироскутера. Отдай мне палочку. Ой, не надо. Это очень опасно, мне кажется. Смертельный номер. Да. Так подрезаешь, опасно на самом деле, знаешь, как бы это лечить. Да я бы не пошла. Это как пешеходы, когда рядом с машиной твоей проходят. Но меня-то ты не контролируешь. That was dangerous. Давай еще раз.